Здравствуйте, дорогие дачники! Сегодня на даче без фанатизма начинается посевной сезон. Не знаю, как у вас, а у нас сегодня, наконец-то, после холоднейшей недели и снега в 10 сантиметров, сегодня, наконец-то, тепло, снег растаял. Итак, начинаем сеять. А сеять мы начинаем семена в мини-парник, в котором будет у нас расти рассада капусты, помидоров и базилика. Но сегодня мы посеем только капусту. Помидоры можем посеять позже, через недельку. Ну и базилик вместе с помидорами. Что нам нужно? Естественно, нам нужны семена. Вот они у меня здесь. Мини-парник. Я вам его показывала. Вот черную пленку укрывной сняла. Пролила половину парника очень горячей водой. Сделала бороздки, 5 бороздок. Приготовила палочки. Вот этими палочками примитивными с участка мы будем отмечать сорт от сорта. И обязательно нам нужна тетрадочка, в которой мы будем записывать, где что растет. У меня эта тетрадочка каждый год, ей много-много лет. Я здесь размечаю рядочки и пишу название тех сортов, которые буду сеять. В прошлом году у меня в мини-парнике капуста с той стороны была. Здесь были помидоры, базилик. В этом году я все это поменяла. Ну, тоже ж севооборот. Поскольку капуста любит золу, которая зола это и от крестоцветной блошки будет спасать всходы, да и подкармливать почву. Я в бороздке, поскольку золы всегда, в общем-то, вольничать не приходится, золы мало, то бишь подсчет. Я посыпала каждую бороздку золой, земля влажная, и буду сеять. Капустные семена вам всем известны, они мелкие, черные. Глубина заделки капусты сантиметр или полтора. Итак, будем приступать к посеву. Для этого я сейчас сменю место дислокации и конкретно посмотрим, как это делается. Итак, в первом рядочке я буду сеять капусту китайскую пак чой. Капусту мизуна японскую, я там вам фотографии сделала, покажем. Мизун у меня в этом году red, красная. И вот меня отсыпали мне какой-то, тоже китайской или японской капусты, тацой. Вот они в один рядок и войдут. Вот я на ладошку семечки сложила. Ох, ветер сегодня. И начинаю посыпать. Не густо. Вот прям вот так из руки все посыпается. Семян не очень много. Вот я заметила, где у меня кончились семена, и сюда воткнула палочку. Следующая капуста – это мизуна. А вот она, я ее. Мы очень любим всякие новинки капустные. Это салатные капусты, которые в зелень идут в салат. То же самое высеваю. Сижу я на коленях, вот посеяла. Дальше, но не буду утомлять ваше внимание, и теперь мне это все придется закопать. Закапываю, палочка у меня стоит, почва достаточно влажная, поливать не надо. Закопала. Так, а тут я, где мы остановились? Вот здесь. И теперь это главное все записать, что в первом рядочке растут такие-то вот капусты. Вот все. Так сеется вся капуста. Глубина посадки сантиметр или полтора. И сегодня я обязательно посею капусту раннюю, поскольку рассаду люблю свою. Ранняя капуста у меня июньская. И какая-то... Ой, вот она. И капуста савойская, золотая ранняя. Вот эти я обязательно посею. Очень любим в нашей семье капусту брокколи. Обожаем. Ее можно употреблять круглое лето. Качанчик срезаешь, на его месте из пазух листьев появляется новый качан.
обязательно посеять цветную капусту снежной королевой Snow Bell. И вот купила новинку, пекинскую капусту однозначно посею, мы ее тоже очень любим. И купила в этом году элитные семена мировой селекции, капуста белокочанная Regency F1. Вот у нее такой конусовидный кочан, она ранняя. Вот такие капусты я посею. А в следующий выходной придется посеять мне, да даже можно недельки через три, ту капусту, которая будет идти в зиму в засолку. Вот такие традиционные сорта капусты плюс новинки. Итак, сегодня у нас ранняя капуста, а через неделю будем сеять, если погода позволит, я уверена, позволит, помидоры и базилик. После того, как наш парник будет засеян, мы укроем наши посевы пленкой. Пленку приготовили двухслойный обычный целлофан и укроем прямо по земле. Прижмем ее и неделю, до тех пор, пока не взойдет рассада, пленку эту трогать не будем. Через неделю появятся первые всходы, и тогда мы пленку поднимем сантиметров на 30 на дуге. А потом, когда рассада начнет подрастать, уже поднимаем на дуге 50-60 сантиметров. Так наша рассада будет подниматься до мая. А в мае, когда установится тепло, мы совсем пленку снимем, и рассада будет развиваться в естественных условиях. Прикрывать ее будем только на ночь, и то, если объявит похолодание. Вот такие премудрости при посеве рассады. У меня никогда не росла капуста на подоконнике. Она всегда росла в грунте, вот в этом мини-парнике, который у меня на этом самом месте. То же самое и помидоры. Все получается, все хорошо. Возни достаточно на подоконнике с другой рассадой. Вот все премудрости. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!